В Сергакале праздничное шествие началось с 9 утра. Участники несли лозунги и плакаты с изображением отцов и дедов, вернувшихся и не вернувшихся с полей сражения. Состоялась церемония возложения цветов к постаменту памятника героям Великой Отечественной войны. Далее на главной площадке районного центра прошел митинг, праздничный концерт и соревнования по вольной борьбе. В это же время представители администрации муниципалитета навестили ветеранов Великой Отечественной войны Раджаба Ибрагимова на дому.